Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в Behold 3. Я желаю вам приятного просмотра. Мы приступаем. Берем, конечно же, чай, пай, печеньки. Без этого никак. У меня тут был на днях творческий кризис. Ну как творческий кризис? Я начал играть в Elden Ring. И он мне очень сильно не зашел. Не зашел. В общем, как обычно, у микрофона Никита. Тот, у которого все побрито. А теперь у нас заставочка. По заставочке, что у нас, к слову, я ни раз не играл в Behold, ни в первую, все, ни во вторую. Все, чего Фрэнк хотел от жизни, это хорошую работу, семью и жилье. Ему повезло. Он все это получил. Но получив все, можно так же легко все потерять. Ага. Постойте. Что это? Этого тут не было. Фрэнк такого не сохранял. Да ладно. Кто влез в компьютер Фрэнка? Угу. А, суперскорейка. Если кто-нибудь это увидит, у Фрэнка будут крупные проблемы. Файл нужно удалить. Фрэнк отчаянно пытается избавиться от инкриминирующего материала. А можно пояснительную бригаду? Что здесь конкретно случилось? Вот что не так? Окей, ошибка. А вот реально, что не так-то? Делит. О, удалилось. Ну кажется, и все хорошо. Все-таки пронесло. Но нет. В министерстве ничто не остается незамеченным. А типа они не заметили то, что это не он установил этот файл, а кто-то другой? Главное, это они заметили, а ничто не заметили. Печенька вкусная, кстати. Шоколадная начинка очень. Фрэнк попал в беду. И единственным выходом для него было заключить сделку. Соболезнуем. Так, я, Фрэнк Шварц, настоящим с радостью и по собственной Фрэнк воле соглашаюсь предложить себе величайший союз в качестве преданного осведомителя и покорного слуги. Фруги. Сделку с дьяволом. Дни, когда у Фрэнка было все. Блин, так кайфово, когда есть русская озвучка. Прошли. Едем в СИЗО, короче, пацаны. Вернутся ли они? Да хуй его. Кому не похуй. Приятного аппетита, ребят. По крайней мере, мне пожелайте. Так. Задача. Так, ага, профризилась. Так, с тобой тебя поговорить. Эрнст Мюллер. Что это значит? Где мы? Вопрос неправильный, Шварц. Правильный вопрос, где тебя нет? А нет тебя в шахтах. И нет тебя в тюрьме. А почему тебя там нет? Потому что вы меня подставили, суки. Так. Вечно одни и те же оправдания. В прошлом таких предателей, как ты, просто расстреливали, Шварц. Сейчас все стали слишком добродушны. Но все еще снова изменится. А семью мою зачем сюда привезли? Меня ведь уже уволили. Пожалуйста, отпустите нас домой. Это твой новый дом, Шварц. Времена особых привилегий и честных домов прошли. Частных домов, но... То есть ты предлагаешь... Предпочел бы в шахты? Нет. Тогда следуй за мной. Управление, так, используйте подключенное устройство. Ага, продолжить. Угу. Ага, понял. Так, злой дядя полицай, наша семья. О, письмо. А как взять? А я хочу письмо взять. Алло, ребята.
Дайте мне письмо. Ладно, пока мы пройдем. Опа-на. Мы спиздили флаг, ладно, это понятно. Так, цветочки. Понятно, пусто. Где еще у нас? Короче, шкаф для флагов. Так, ладно, пока мы закроем вот эту всю хрень. Я не в курсе, я здесь впервые. Куда это дядька пошел? Так, нам сюда или туда? Нет, нам в ту квартиру, по-моему. И лучше нам будет бегать так. Добро пожаловать на новое рабочее место. Мы сделаем тебя управляющим этого дома. Ух, ни хрена себе. Будешь заботиться о жильцах и заведовать хозяйничеством. Рабочий день начинается прямо сейчас. Стиральную машину нужно регулярно чистить от накипи. Вот, возьми средства. За работу. Но я же госслужащий. Я разбираюсь в бланках, письмах и прочих бумажках. Но не в бытовой технике. Вы, суки, меня подставили. Тогда так. Тогда искренне надеюсь, что ты быстро учишься, Шварц. В противном случае всегда остаются шахты. Уголь разгребать можно и без техники. Но я... Вот пиздюк подставил меня. Он, сука, главный злодей, я уверен в этом. Взаимодействие. Вы можете взаимодействовать с большими объектами в этом мире. Они выделяются рамкой. Так, если возможно различные так взаимодействия, вы можете выбрать необходимые действия в появившееся меню. Так. Используйте меню для доступа к интервью активным директивам текущего арендатора. Блять. Что так сложно? А, ага. О, мастералку починили. Хуя я инженер. Так, инвентарь Фрэнка. Флаг из черной ткани. Ну-ка. А если делать вот так? О, за это 100 баксов заплатили. Нихера им там платят. А, ага. Мы спалили. Так, стиральная машина очищена. Видишь? Ну вот, немного физического труда еще никому не вредило так. Машинка оказалась в таком плачевном состоянии из-за того, что твой предшественник ее не чистил. Мой предшественник, а где он сейчас? На нарах. Ну, кому не похуй. Иди за мной, Шварц. А может, ты нахуй пойдешь? Так, камеры. Ладно, с камерами. Я хочу током совершить суицид. Жахну себя током и обвиню, что ты меня подставил, сука. Так, здесь мы тоже ничего не можем сделать. Опять, сука, пригрузишь заданиями, да? Также в твои обязанности входит регулярное поражение мусорного контейнера и долив масла в систему отопления. Тебе что, особое приглашение нужно? Что, простите, я должен сделать? Опорожить мусор? Мусорный контейнер, так. Залить топливо в систему в соседней комнате. И желательно сегодня, Шварц. Ладно. Обязанности. Как управляющий, так, недвижимости, Фрэнк должен каждый день выносить мусор, так, чистить стиральную машинку от накипи и систему. Если над прибором появился символ, Фрэнк должен позаботиться об этом. Для вам понадобится средство для удаления накипи или топливо, средство для системы отопления. Выберите соответствующий значок, например, шестеренку или мусорный пакет, чтобы завершить задание. Так, понятно. А куда нам мусор-то выносить, я не понял. Мусорный бак. Ну, я вот подошел, нажал Е. Почему я не могу? Что я здесь могу сделать? Так. Так, ладно. Я так понимаю, нам нужно сперва топливный бак дозалить. Ну да. Хуя он этим, конечно, гаечным ключом залил мусорный бак. Блять, залил мусорный бак. Русский меня покинул. Короче,
Ну вы поняли, долил мусорный бак. Теперь-то мы можем забрать эту. Все. Так что ли? Ни хрена за это 100 баксов дают, нехило ему там платят. Что он жалуется? Я закончил. Ты опорожил мусорный бак и заправил систему отопления. А закончишь ты, когда я скажу, Швард, за мной. Ты, сука, охуел, и тебе сейчас, сука, дайте мне провод, я ему 2 провода в жопу воткну. Он меня бесит уже. Мне этот чел явно не нравится, короче. Так. О, телек, прикольно. Ты и твоя семейка отныне живете в этой красивой, просторной квартире. Великий вождь к вам великодушен, как по мне даже слишком. Ты, наверное, думаешь, такая хорошая квартира. Ответ, пока ничем нихуя не думаю. Тебе еще предстоит доказать, что ты ее заслуживаешь. Так, я наоборот думаю о том, насколько наш предыдущий дом лучше. Что, прости? У вас даже телевизор есть. Раньше такой можно было получить только за особые заслуги, и то приходилось лет по 10 ждать. Так, за мной, Шварц. Бля, так. Это квартира Фрэнка, здесь семья Шварца проводит большую часть своего времени, так. Фрэнк может отдохнуть на диване в гостиной, чтобы так перемотать время вперед. Кабинет Фрэнка находится в задней комнате. Понял. Мы теперь будем шпионить за всеми. Офис Фрэнка, так. В кабинете Фрэнка находится так телефон, рабочий стол и секретарный почтовый ящик. Министерство комнатное растение. О. Телефон можно использовать для входящих и исходящих звонков. За рабочим столом можно писать ответы, создавать профили или даже шантажировать кого-то. Сука, как у меня этот. Сегодня был у стоматолога, мне, короче, поставили стяжку и, блин, как же зубы болят. Июль. А, 4 июня у нас. 1989 года, так. Можно я позвоню и на него заяву накатаю? Он мне угрожает. Вот еще одна твоя часть обязанности. Мы сделаем тебя управляющим этого дома, арендователем от государства, так. Уже лучше, тут я хотя бы рабочий стол есть. То есть я в этом доме не просто завхоз. Ты будешь заботиться не только о технике, но и о жильцах. И то... под твоей ответственностью. Если кто-то хоть чихнет без своего ведома, виноват ты. Если в доме кто-то будет нарушать порядок, виноват ты. Если в доме кто-то будет затеивать революцию, виноват ты. А схуя ли я? Я на это не подписывался. Давайте я в шахту пойду. О, я запомнил. Но разве мудрый великий вождь не приказал вести первые реформы? Реформы, не смеши тут. Скоро многое изменится. Твои претензии и явный результат этих опасностей. Упадочнических тенденций, так. Но мы приведем эту страну в порядок. И ты нам в этом поможешь. Схуя ли это? Я не хочу вам в этом помогать, идите нахер. Так, твоя задача, так, за всем тут следить. В связи с чем я заказываю для тебя 3 камеры наблюдения. Ой, какой ты щедрый, сука. Я тебя жахнул где-нибудь лопатой по затылку. Тебе нужно будет незаметно забрать их из цветочного горшка в кабинете. Чего? Если нам понадобится что-то от тебя прислать, оно также окажется в цветке. Так что регулярно проверяй его. Что это за мудозвон там? Криповый он какой-то. А теперь устанавливай камеры в датчики дыма. В прачечной котельне и мусороприемнике. Но там уже есть камеры дебила кусок. Думаю, да. Твое дело не думать, а камеры устанавливать. Вот сука. Фрэнк есть комнатное растение на рабочем месте, так. Его часто используют сотрудники министерства, чтобы отправлять Фрэнку важные вещи. Вот сотрудники министерства, собственно говоря, нас и подставили, так. Ухаживайте за растением, регулярно поливайте его. Да,
перерыв немного так. Проверяйте, нет ли в нем чего-нибудь лишнего. Продолжить, все понял. А я нихера не понял. Вот это растение. А как за ним ухаживать? Мне ваши камеры нахрен не сдались так. Вот три камеры. А почему камеры 0 написано? Камера 1, камера 2, камера 3. Камеры используются, да, для наблюдения и могут быть использованием в пожарной сигнализации. Продолжить, понял, так. Нажмите на пожарную сигнализацию, а затем на значок камеры, чтобы установить камеру. Чего, бля? А-а-а! Точно, да, счёт так. Камеру можно убрать, если она нужна в другом месте. Чтобы ее удалить, нажмите на значок мусорной корзины. Понял. Все, мы поняли, все, можно идти. Я бы тебя током жахнул. Да сейчас я на тебя занос. Так. Эрнсту Мюллеру. Так вот этот придурок стоит. Ладно, положим трубку. Или хотя давайте подоебываем его, а то он меня уже выбесил. Пип! Пип! Похоже, господин Мюллер не у себя, ну да, он стоит за тебя. Так, ладно, пойдемте устанавливать камеры. Что нам еще делать? В нашей хате никто ходить не будет. Здесь мы установим камеру. Все, так, здесь камера есть. И здесь поставим одну камеру, соответственно. Соответственно, две камеры есть, все. Установить рекламное наблюдение в общественных помещениях. Так, поговорите с сенсором Мюллером. Да нахрен он нужен, что с ним разговаривать? Да пусть Вайль все домой кидал, ебаный. Подставил нас тут, а. Так. Да не туда. А. Я установил камеры наблюдения. Тогда немедленно активируют режим наблюдения. Нужно найти гражданина, который ведет себя подозрительно, и зафиксировать его поведение. Чего ты тянешь? Чего я тяну? Так, вы можете получить четкий образ всех установленных камер в режиме наблюдения. Здесь вы сразу увидите все установленные камеры. Так, нажмите на значок символ глаза, чтобы перейти в этот режим. Вы можете так выбирать отдельные комнаты, чтобы более внимательно наблюдать за жильцами. Так. О, это что такое? Какой-то панк ведет себя странно. Так, поняли мы. Мы шпион. Я зафиксировал подозрительное поведение гражданина. Да ебать, он один был. Дебил, может он там рэпчик пишет, может он новый Моргенштерн или еще кто-то там. Ну наконец-то, инструктаж окончен. Охренеть, только инструктаж окончен. Кстати, камеры можно демонтировать, если они понадобятся тебе в другом месте. Так, следить за тем, чтобы все системы в доме были в хорошем состоянии. Так, своевременно платить по счетам и ведить дела с умом. Но главное, приглядывай за жильцами, а то не тебе пизда будет. Так, если кто-то будет нарушать правила, спросит с тебя. А что здесь? Откажусь шпионить за людьми. У нас есть твоя подпись в заявлении о согласии, Шварц. Один естественный, единственный мой звонок, и ты навеки попадешь в шахты. Будь послушным винтиком в системе, Шварц. Делай, что тебе велят, и твоя семья будет в безопасности, понятно? Да нихуя не понятно. А если у меня возникнут вопросы, по какому номеру с вами можно связаться? Не звони нам. Мы сами будем звонить. Ага, то есть вы за мной теперь будете спустить, следить. Так, поговорить с Сабиной. Ты у нас Сабина? Ким Шварц. Я куда пошла? Стоять. Я тут собиралась почилить. Почилить, ебать. У тебя что-то срочное? Как твои дела, Ким? Куда-то. Все окей. Ты-то сам как, хуёво. Что такое угрюмый? Ну, блядь, тебя в шахту хотели бы отправить, посмотрел бы я на твое лицо. Поебашили бы в Ебинград вместе. Опять с матерью поссорился, так. Зато ты, похоже, в хорошем настроении, Ким. И нет, я не ссорился с мамой, так.
Как тебе живется в новой квартире? Охуенно, сука. Здесь даже телек есть. Ты не представляешь, за какие мне заслуги его дали. Так, нормально, Дедли. Не волнуйся за меня. Конечно, на старом месте и дом лучше, и школы, и все. Со мной никто не разговаривает. Только косится странно. Но я переживаю, Дэдди, у тебя и так хватает проблем. Нихуя, у тебя, конечно, волосы странные, блядь. На нем еще какие-то зефирки, сука, висят горячие. Ты носишь череп, а после этого ты удивляешься, что с тобой никто не общается. У тебя и так хватает проблем. Естественно, ты уверена? Может, я могу что-нибудь сделать, чтобы у тебя тут стало уютней? Ну, баранку гну. Скажи мне, Ким, чего ты хочешь? Я иногда чувствую себя одиноко, никто меня не понимает. Вот я бы тебя тоже не понимаю. Так, вот бы мне питомца. Ты хочешь кошку? Я хочу кошку завести. Мне плевать, хочешь ты ее или нет. Милая, мы это уже обсуждали. Мы теперь живем посреди города, без сада. Нет. Не такого большого питомца. Скорее маленького и милого. Хомячка. Морскую свинку. Хомячка. Попробовать достать тебе хомячка, это будет непросто, но... Пап, ты что? Я уже не ребёнок. Тьфу, бля, это его ещё и дочь. Я хочу... Ебать, иди нахуй. Давайте поддержим её, скажем, что это необычно. Ты у меня такая необычная, Ким. Ну, скорее обычная. Ты ведь давно понял, что я не такая, как другие девочки, да, Дэдди? Крысы, классные питомцы, общительные, умные. Привязываются к хозяину. Просто у многих людей насчет них предрассудки. Да ну нахуй, я это вот не знал так. Ну пожалуйста, Дэдди, мне так хочется крыску. Ну хорошо, хоть не собаку. Но где я возьму крысу? Вряд ли их продают в магазинах. Кажется, я одну видела за... стиралкой. Что, крыса в прачечной? Кажется, да. А ты сходи сам, посмотри. Обязательно. Если найду такую. Блядь, ебать, крысу за стиралкой, блядь, еще можно мышеловку поймать. Но она же, блядь, дикая будет. И кусаться, и в любой момент все равно тебя съебется. Нужно это крысу, если покупать, то в магазине домашнюю. Которая уже как бы приучена к этому. Блин. А обязательно, если найду такую, которая не будет пытаться меня укусить, отдам тебе. Спасибо, папуль. Я это очень ценю. Все, пиздуй нахуй. Ты что за мудозвон? Стоять! Добрый день, гос. Йоу, чё как? Что, простите? Я говорю, как дела? О, типичная феминистка за 300. Давайте пошутим. Дела у прокурора, а у нас нормально. Ха-ха, шутка топчик. Не, шутка реально охуенная. Так, меня зовут Фрэнк Шварц. Я новый управляющий и арендователь. А, управдом наш, ну ништяк. Так что, я в том числе отвечаю за аренду. Это ответственная работа. Поняла, дядя Мишанин. Мишанин. Поняла, от меня-то что надо. Я просто хотел представиться и узнать, все ли у вас в порядке. Ничего не в порядке, все отстой, система дерьмо. Но ты не похож на человека, который готов что-то менять. Вот именно, пошла нахуй. Значит, по-вашему, система дерьмо? Как интересно, и что конкретно вас не устраивает? Чувак, я что, похож на дуру? Я знаю, что ты стукач. Иди за другим последи, до свидос. Бля, она уже что-то в курсе, ее надо рубать, ей надо пизды давать. Она уже в курсе, что, наверное, прошлый хозяин тоже шпионил, и он тоже, наверное, спалился. Так что нахуй надо. Сука. Дерзость. Стоять! День добрый. У нас найдется минутка поговорить. Меня зовут Фрэнки Шварц. Что вам от меня надо? Могу я задать вам пару вопросов, господин Херман? Ну, если без этого никак. Бля, что у него такой замок большой? Я новый управляющий. Да ну, чем докажете?
У вас есть какое-нибудь удостоверение управляющего? Мы с семьей въехали в квартиру управляющего. Наверняка вы это заметили. Может, и заметил, и что с того? Что вам вдруг понадобилось, господин Длинный Нос? Моя фамилия Шварц. Почему вы так беспокоитесь? Вид у вас подозрительный. Вы враг системы. Я не враг системы. Я управляющий. Ну, допустим. А вы? Не, походу, прошлое реально... управляющий спалился на слежке. Я тоже не враг системы. Рад это слышать. А чем вы занимаетесь? То тем, то сем. Охуенный ответ. Тем и сем, значит, как любопытно. Безумно, ладно, мне некогда. У меня еще сегодня дела. Так, мы сами позвоним. Снять трубку. Понятно. С собой мы уже болтали, да? Так, письмо мы не можем пока иметь. Нам звонят, нам нужно снять трубку. Нам нужно попиздеть, а то нам пиздец сейчас будет. Hello, Манига. Фрэнс, Шварц слушает. Где тебя носят? Пиздел с прохожими. Тебе что? Ладно, раз ты уже наконец-то тут, у нас есть для тебя задание. Иди нахуй. Ой-ой, ну все лучше, чем чистить стиральные машины и мусор выносить. Верно? Наверное. Да помолчи ты, Шварц. Иди нахуй так. Я же говорил, надо было тебя в шахты. Молчу, молчу. А тебя в ментуру. Поговори с жильцами, завяжи знакомство. Блять, я этим занимался, ты, сука, меня отвлек от этого. Воротись к ним. В доверие. Так, кстати, мне это нравится довольно-таки игра. Интересно так. Когда соберешь сведения о жильцах, создай их профили на своей странице и отправь нам. Ясно. Хорошо, вы ищете что-то конкретное или мне просто... Щелк. Сообщать обо всем. Видимо так. Видимо так. Квесты. Есть люди, которые чего-то от вас хотят, они отмечаются символом над головой. Понятно так. Ой, многие квесты дают по телефону. Сотрудники министерства могут поручить вам задание. Так, а не могут ли они пойти нахуй? Так, в квестах время от времени включаются таймеры. Так, если время квеста истекло, то... но вы не выполнили, то вы не получите награды. Так, о некоторых случаях игра закончится. Знакомство с жителями. Что за воду? Да вы охерели, $180. Не сука, столько... Мы сами позвоним так. Ай, ну давай с тобой Счета, понятно, так. Вы получили свой первый счет. В ходе игры вы будете получать счета снова и снова, так. Счет необходимо оплачивать вовремя, иначе вы... задолжаете государству, и игра будет окончена, так. Можете случиться так, что за счета окружающих слишком велики, так, чтобы вы могли их оплатить сразу. Так, постарайтесь накопить больше денег, например, создавать профили или помогать жильцам. Так, ладно. Давай с тобой поболтаем. Что ты хотел, Фрэнк? Как тебе новый дом? Ну как, солнце? Обживаешься потихоньку? В этой дыре? А ты как думаешь? Ну да, значит, обживаешься, раз ты уже поняла, что это дыра. У него, кстати, красный галстук, как у пионеров. Но, милая, неужели все настолько плохо так? Стиральная машинка так ассистирует белые через раз так. На стенах плесень. Полквартиры завелено твоим электронным хламом. Ну вот и убирай плесень, занимайся ремонтом. То есть тебе не нравится новая квартира? Нет, она ужасна. Дети тоже бесятся. Мы с кем постоянно ссоримся. Если бы не Александр, я бы уже давно с ума сошла. Но, видимо, придется с этим смириться так. Потому что она еще и на первом этаже так. По-моему, даже романтично. Романтично? Романтично? Что в этой дыре может быть романтичного так? Напоминает первую квартиру, которую мы вместе снимали так еще в студенчестве. Помнишь? Сразу после свадьбы. Было так мило. Ты же... не забыла ее? Конечно, нет. Нам та квартира досталась только потому, что мы поженились, так. И мы устраивали вечеринки, танцевали до утра, пили виски.
Да-да, было здорово. Потом у нас появился Ким. С детьми все стало иначе так. А сегодня жизнь определяет карьера, так, ну, по крайней мере, мою жизнь. Ой, солнце, не лебези. Я и так на нервах из-за твоего увольнения. Так, кстати, о свадьбе. А ты не забыл, какой подарок обещал мне на годовщину? Ну... Из-за переезда был такой хаос, руки не доходили, но, конечно, я помню. И когда я его получу? Какой подарок? Ты вы о чем, народ? Ну, не надо так. А где мой подарок? Мне надо сходить его забрать, скоро я вернусь, никуда не уходи. Так, шутки? Шутник ты, Фрэнк. Иногда твоя рассеянность меня даже умиляет. Магазин. Киоск. У вас есть разные способы получить предметы. Есть киоск, в котором можно купить легальные предметы. Есть незнакомый торговец на черном рынке, у которого можно купить нелегальные предметы. Он появляется только ночью где-то рядом с жилым домом. Кроме того, в министерстве есть сторож, господин Каузер, который может достать для вас специальные аксессуары и буфетчица, которая подсластит ваш день едой и напитками. Так, ладно, понятно. Знакомство с жителями. Ой. Отец, что ты хотел? Как тебе новый дом? Алекс. Нормально. Во. Там было больше света, и у меня была отдельная комната и друзья. Как дела в школе? Алекс. Приходится нагонять программу, тут все гораздо сложнее, чем в прошлой школе. Вот, зато умнее и станешь. Так, ты можешь мне... объяснить про гипотенузу. Бля, если б я сам знал, что это такое. Гипо, что, боюсь, у тебя нет помощника. Так я и думал. Ты уже с кем-нибудь подружился? Я знаю, что ты скучаешь по старым приятелям. Уже подружился с кем-нибудь в доме? Нет, из детей тут только и Ада, и Альфред на втором этаже. Адольф Гитлер слишком маленький, еще и болеет постоянно. А Иуда, девочка, даже в футбол не играет. Я могу что-нибудь сделать, что тебя порадует, Алекс? Ой, да ладно, пап. У вас мама и так хватает забот. Уверен? Ну вообще есть кое-что, я слушаю. Помнишь, как мне раньше нравилось играть на трубасе? Вот. Только моя труба поменялась во время нашего переезда. Звук теперь ужасный какой-то, сдавленный. Я на днях видел в литке подержанную трубку, выглядит почти как новая. Но она, наверное, все равно жутко дорогая. Ну, я посмотрю, что можно сделать. Так, окей, с тобой мы поговорили, так. Ё-моё, а что так много заданий-то? Я тут собиралась почилить. Насчет крысы. На днях мы говорили о том, что ты хочешь завести крысу. Дэдди, только не говори, что ты ее купил. Пока нет, я в процессе. А в прачечной ты смотрел, кажется, там как-то промелькнул хвост. Так, ладно, понятно. Так, познакомиться. Так, подарить крысу. Мне с кем-то надо познакомиться. Вот здесь вот надо. Есть, что у нас тут-то? Да ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Так. Вы получили предметы, можно украсть, купить, продать. Предметы могут содержать информацию о владельце. Предметы можно вернуть или разместить в мебели. Понял. Так, давайте закроем на 420 баксов. Нихуя. А чё? А шо опять-то, а? Так, я тебе крыску дам. Я тут собираюсь... На днях мы говорили так. Познакомься с новым питомцем, так. Поверить не могу, Дэдди, ты вправду достал мне крысу, как круто. Но по-прежнему не понимаю, что ты нашла в этих созданиях, так. Какой у него носик, какие лапки, неужели ты не видишь, какой он милый, Дэдди? Ну что ж, я рад, что тебе нравится крыса, Хэм. Спасибо, Дэдди, ты классный.
Ну тише, тише, только матери не рассказывай, что я подарил тебе животное. Не волнуйся, папуль, так крыска будет нашей тайной. Надеюсь. Так, ладно, ты что у нас тут делаешь? Кое-что обсудите, что же, дорогая, так, семейный бюджет. Из-за того, что тебя понизили до завхоза в этой дыре, мне приходится так прилагать еще больше усилий на своей работе. Я управляющий, так. Твоя зарплата управляющего куром насмех, на нее не проживешь. Сабина, я не перебиваю, Фрэнк. Я вчера поговорила с начальником, и он великодушно разрешил мне брать больше дополнительных смен. Отныне я буду ежедневно вкладывать часть своего дохода в наш семейный бюджет. Взамен я рассчитываю, что ты будешь заниматься хозяйством и детьми. Справишься? Нет. Нет, нихера. Ну, теоретически так, но разве это так необходимо? Детям нужна мама, так? Обычно матери сидят дома с детьми. Этот вопрос закрыт с тех пор, как ты потерял работу, Фрэнк. Она что скажешь? Пожалуйста. Эти дети будут жить. Ну какие шиши мы будем покупать им одежду, еду, как платить за школу? Не обманывай себя, Фрэнк. Фрэнки, одной твоей зарплаты нам не хватит. Радуйся, что хотя бы у меня остался шанс сделать карьеру. Вот возьми деньги, только расходуй их, экономь, никаких лишних трат. О, спасибо. Опа, она у нас, бабки, новый счет. Сука, мне дали деньги или у меня их списали, так, познакомиться? Давайте вот так посмотрим. Иностранец. Давайте до иностранца забегаем. А, это барыга, что продаете? Интересно, что вы можете? У вас много товаров, которые официально не разрешены к продаже. Ой, это ж разве много? А вы не боитесь, что когда-нибудь из покупателей вас сдаст? Не станут, они все рады, что я здесь. Где иначе достать вкусную шоколадку для жены или шелковую? Где взять резиновую хутя, чтобы детишки в ванной играть? Кто же пойдет против человека, который приносит в жизнь капельку солнца? Наш мир и без того мрачное место. Пожалуй, вы правы, так. А как вам умудряться доставать эти все товары? У меня свои контакты. Поверь, вам лучше не знать. Понимаю, наверное, так. Что продаете? Нихуя, лекарство, 1400 баксов. Ножик, сука. Уточка! За уточку-то за что? О, нам нужно камеру приобрести. Бля, я приобрел две камеры, ладно. Я дебил. Ну ладно. Давайте. Так, а как мне с этими познакомиться? Так, здесь у нас проблема. У нас мусор и вся херня. Так, нам нужно мусор. А, у нас чистящего нет. И топлива нету. А где нам их взять тогда, окей? Так, потом. Давайте мы вот здесь установим камеру. Все, камера у нас здесь есть. Так, здесь пусть они спят. А мы пока здесь пойдем знакомиться, так. Ага, здесь в любую сторону можно идти, да? Е, открыть. С добрым утром! Здравствуйте. Позвольте представиться, я Фрэнк. Приятно познакомиться, моя фамилия Векерт. Я хотел бы задать вам пару вопросов по поводу квартиры. У вас в квартире все в порядке, госпожа Векерт? Вы всем довольны? Все хорошо, спасибо, что спросили. Вы тут одна живете? Нет, конечно. Нет. С чего вы взяли? Я живу с мужем и детьми. И да, Альфред, идите, поздоровайтесь с господином Шварцем. Здравствуйте, господин Шварц. Она тоже накашляет. Ты в порядке, парень?
платок дать? Нет, спасибо, все нормально. Мам, и да, забрал мой костюм полицейского. А кто тебе вообще разрешал его брать? Будь тут папа, он бы тебя отшлепал. Но его тут нет. И вернется он не скоро. Но разве плохо играть в полицейских? По-моему, очень правильная игра. Тихо. Дети. Вы утомляете господина Шварца. Господин Шварц, Альфреду у нас простудился. Мы как раз собирались в аптеку за лекарствами. Да, дети? Позвольте поинтересоваться, а где ваш муж и почему он вернется не скоро так? О, он в отъезде. Клаус, Эм, в командировке. А значит, в командировке? Нам правда пора идти. Хорошего вам дня, господин Шварц. И вам, госпожа Векерт. Поправляйтесь, Альфред. Так. Фрэнк может собирать информацию о жителях так своего дома, будь то владение предметами, диалоги или так заметные действия так. Эта информация сохраняется в профиле так соответствующего жителя так. На рабочем месте Фрэнк создавает профиль. Можно сообщить информацию о министерстве. Так, больной сын. Будем решать эту проблему. Открывай! Открывай, ёбаный рот! Ой, этот музыка. Опять вы. Что вам надо? Шоколада, ёбаный. Понятно, мудозвон. Пойдемте дальше. А, все понял. Влево это у нас наверх, вправо это вниз, так стоять. Чуть-чуть вверх не ушел. Открывай! Ой, какой жирный дядя. Добрый день, я новый управляющий, так. О, какие люди, Фрэнк Шварц, что вы тут делаешь? А мы разве знакомы? Фрэнк Шварц, еще бы, конечно, знакомы. Вальтер, Булхаузер, Булка. Что-то не помню. Фрэнк, дрявая твоя башка, мы работали вместе давно еще в архиве, вспомнил? Нет. Ну конечно, Вальтер. Тебя прямо не узнать, ты довольно сильно изменился. Смешно. Скажи уж честно, растолстел? И что с того? Небольшой животик украшает мужчину, это признак достатка. Но что ты-то тут делаешь? А, бля. Большой животик украшает мужчину, сука, а у меня пресс. А я думаю, что там бабы все на пузатых мужиков цепляются. Неправильные ценности, пацаны. А я тут управляющий, слежу за домом. Так что если вдруг будут какие-то проблемы... Проблемы? Да нет, все в порядке. Отопление иногда барахлит, но в целом я доволен. Да и аренда дешевая. Но надо же, какое совпадение. Поселились в одном доме, а ты тут еще и управляющий. Чудные дела. Действительно, вот так совпадение. А ты чем занимаешься? Все так же в архиве? Оттуда я давно ушел. Сейчас я сотрудник отдела внутренней безопасности. Работаю над реформой о свободе передвижения. О, как интересно, расскажешь как-нибудь подробнее? Ты чувствуешь этот запах? О, какой аромат. Что ты готовишь? Нет, вовсе это не аромат. О нет, это моя тыквенная запеканка горит. Надо бежать, еще увидимся. Так, ладно. Открывай, ебана в рот. День добрый, гитарист. А ты кто? Конь в пальто. А, новый... Надеюсь, ты продержишься дольше, чем прошлый парень. А вы не знаете, куда он делся? Да в ментуру... На мусоровозке укатили. В смысле, его арестовали? Нет, блин, случайно выбросили при генеральной уборке со всеми вещами. А ты смотри в оба тут...
полнодоносчиков. Вот как? Правда? Почему вы так думаете? Ну, предшествие твоего как-то ночью забрали. Никто не знает за что, но можно догадаться. Это уже не первый человек, который исчез. Никому нельзя доверять. Ладно, что-то я разболтался, увидимся. Понятно, параноик. Заебись, четко. Я не могу постучаться. И сюда не могу постучаться. Ага, создать портфолио. Так, мы на первом этаже. Тут у нас кактус есть. Здесь у нас ничего нету, ладно. Здесь, может, у нас есть чистящие. Аэронарода, где взять? Здесь мы можем только осмотреть, сюда мы зайти не можем. Нам нужно чистящее топливо, но где мы, типа, возьмем его? Конечно, вопрос интересный. Приятного аппетита. Набрать номер, кого мы можем? Пип, пип. Ясно, это мы читали уже здесь. А как создать портфолио? Ага. Так, понятно. Ага. Профиль. Досье. Так, ладно, отсюда мы будем так. Создать профиль. Ага, ну вот сюда мы заходим. Досье, шантаж, профиль. Так, сообщите человеке. Квесты, счета. Министерство, так. На каждом уровне так разные коллеги, так не хватающие. На этаже находится кабинет руководства министерства. Ладно, это мы, видимо, позже разберемся и узнаем, как это сделать. Где мне взять моющее средство, ребят? Ребятушки. Давайте так. Сделать себе не подарок на годовщину, так. Подарить Алексу новую трубку. Здравствуйте, господин Шварц. Как там Ида? Как поживает ваша дочь, Ида, госпожа Векер? А да, Ида такая умница, во всем мне помогает, хотя еще вовсе маленькая. Так, ладно, давайте побежим до киоска. Здорово, бродяги, так. Как ваши дела? Добрый день. Вы что-то хотели? Так, я просто хотел спросить, как ваши дела. Вот как, хорошо. Тут всегда так оживленно, так. Еще бы. У меня вводится горючее, если вы понимаете, о чем я. Это привлекает клиентов. Горючее, хотите сказать, вы продаете алкоголь? Ну да, естественно, это же не запрещено. Ах, да, извините, понял, так. Давно вы работаете в этом... ларьке. Всю жизнь. Да иногда кажется, что живешь на работе, так. Нет, я правда всю жизнь тут работаю. А у вас тут не случился инцидент, с которым вам приходилось бы разбираться, так? Инцидент? Что вы имеете в виду? Кражи, драки или что-то в этом роде, так? А, вот вы о чем. Такое тут постоянно. Просто кто-то слишком много пьет. Но я стараюсь не встревать. А, вот как.
Ну, раз это вас не беспокоит, я хотел бы что-нибудь купить. Совершенно новая труба. Это у нас что, инструмент нужен для починки мебели? Все. Так, у нас закончился. Молчание. Так, давайте отдадим трубку. Так, а где он? Ну-ка, давайте поищем все. Ага, тайник. Понял. Старая. Так, давайте осмотрим, тут у нас что. Пара отличных носков. Нахрен они нам не нужны. Давайте тоже осмотрим все, пока мы посматриваем. А, я просто свитер из грубой пряжи. Так, ладно. У нас 10 баксов. Это печально. А, во. Это что такое? Так, понятно, так. Б. Ладно, 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 пойдемте, давайте. Здесь у нас, может, есть что? Телевизор, тыц, телевизор. И два фиксика внутри. Так, все, будем лутать сейчас. Будильник. Нахрен нам будильник не нужен. Здесь нам тоже камера не нужна. Сука. О, наконец-то можно письмо прочитать. Так, по сообщению министра, враждебные зарубежные так страны блокируют закуп пенициллина отделом внутренней безопасности. Так, препарат требуется для лечения отдельных случаев, так, пневмонии. Так, подрывные элементы в нашем обществе принимаются, так. Отвратительная попытка снизить мораль в стране, так. Недавно пошли слухи, что в стране свирепствует пневмония, так, сопротивление даже не чурится, заявил, так что образовался дефицит пенициллина, так великий вождь утверждает, что все в порядке, будьте спокойны, эти заявления ложь, так. Пневмония бушует, пенициллина нет, в стране эпидемия, так. А отдел внутренней безопасности пытается это скрыть, это уже не единственный случай заболевания, как заявило так в правительстве о полномасштабной пандемии. Так, при этом министерство не закупило достаточно пенициллина для эффективного лечения больных. Властям наплевать на жизнь граждан. Поднимайтесь, народ. Все поняли. Так, а что у нас за действие-то? Ага, понял. Стоять. Она. Слышь, мелкий Гитлер, а ты... А чё я встал-то? Алло? Что вы тут делаете? Пожалуйста, покиньте помещение. Спасибо.
Так, ладно, здесь никого нету. А в смысле счет заводу? Давайте повешаем камеру. Бля, уже вечер. Нам нужно свалить так. Щита. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай, морф. Давайте, мне он не понравился, его обыщем сразу. Что тут у нас? Необычная ваза. Давайте спиздим. Ему она не пригодится. Я думаю, она будет стоить дорого. Так, пиво. Ладно, пиво мы трогать не будем. Пиздец. Хе-хе-хе, нам пиздец. Ту-ру-ту-ту-ту. Ту-ту. Не понимаю. Не помню, чтоб я вас спросил, так что вы метаетесь. Все понял, базару. Базару ноль. Я просто ходил, там проверял. Все, я иду домой. А где пиздюк? А, во, стоять. Стоять бояться. Ты так говоришь, что хочешь новую трубу? Ого, неужели ты мне ее достал? Дорогой Александр, вот тебе новая труба. Ух ты, пап, ты лучший, спасибо большущее. Не за что, сынок, занимайся на ней почаще, чтобы играть красиво. Обязательно, как здорово. Так. Слушайте, мне сейчас пиздец. Я не знаю, где взять деньги, чтобы оплатить счет за воду. Без билета? Понял. Значит, нам нужно сейчас киоск газовать. Вот и приехал, я хотел бы. Так. Я думаю, мы сейчас можем. Тап, ну-ка, где счета? Ага. Понятно, мы заплатить смогли заодно. А жене нам нужно что купить? Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь тоже, мне никто не сказал, где оставлять. Так, ладно, там счета завода мы теперь оплатили, это будет все нормально. Ой, ай, а где горючее взять? Горючее и чистящее нам нужно взять. Россия. Так. Ага. Мухи не обидит. Не замуж, родина. Охренеть, он чиновник у нас. Понял. Ну-ка. Является параноиком. Все, понял, как это делается. Ведет себя странно. Держись. Вот так вот отправим.
Нихер. Ой, сохранено еще. Да, я так понимаю, это наша жена так. Вот это вот пиздюка я хочу нагнать, он меня уже бесит. Так, это ребенок. Больной сын. Охренеть, ему там платят, конечно. За это все. Поговорить с Абиной. Знакомство с жильцами. Да, охерели, я только недавно все счета оплатил. Они уже заплатить. Мать, тебе чего надо? Фрэнк, тебе надо поговорить с кем? Почему? Тебе еще все беспокоит ее поведение? Именно, что-то должно измениться, ей нужно меньше выделяться, а то эта одежда, эти железки на лице, эта прическа, если она продолжит в том же духе, дело закончится арестом. Она себе всю жизнь испортит, и нам заодно. Она еще подросток, блин. Сабина, солнце, по-моему, ты к ней слишком строго. Она еще подросток, а только ищет свой путь. Может, ей кажется, что ты ее отвергаешь? Теперь в поведении Ким еще и я виновата. Нет, дорогая, просто все сложно. Ким упрямая, вся в тебя. Ох, ты так думаешь? У меня самой были сложные отношения с матерью. Может, я и вправду честно строгая. Но ты лучше все равно поговори с ней насчет ее стиля. С радостью, солнце. Поговори с Ким Чен Ыном, сука, где у нас Ким Чен Ын? 7 утра? А, нихера нету. Ладно, Ким Чен Ын у нас ушла, так. Так, нам нужно сделать подарок на годовщину. Подарку на годовщину. Я бы хотел что-нибудь купить, так, ладно. А чё ей дарить-то реально на годовщину? Так, возьмем вот это, значит. Это у нас еще средство. Ага. Все, я понял. Барыга, снять трубку. Поговорить с Ким. Снять трубку. Так, пизду нахер. Нам нужно вот это вот почистить. Это нам нужно всегда держать в чистоте. И заправить горючим. Так, ладно, поговорить с кем-то, сделать Сабине подарок на годовщину. Снять трубку. Да заебут они звонить уже со своими звонками. Куты. Это я, Шварц. Шварц, у нас для тебя неофициальное задание. Неофициальное и какое же? В стране сейчас дефицит пенициллина. Да, я читал об этом. Контрабанду крадут. Ну, со складом так, верно. Это преступники. Заграничные шпионы, задача которых нанести вред нашей великой нации. Ну конечно, вот негодяи. Мы подозреваем, что они один из жильцов твоего дома торгуют на черном рынке. Его имя Магнус Херман, сообщает, что он специализируется на торговле пенициллином и другими лекарствами. Так и он крадет его у людей, которые отчаянно в нем нуждаются. Какой ужас. Собери доказательства виновности Хермана, Шварц. Это должно быть нетрудно, щелк. Кража со взломом. Так, Фрэнк может проникать в чужие квартиры. Для этого нажмите на дверь и на значок двери. Так. Обратите внимание, что обитатели квартиры могут быть дома. Если вас поймают, Фрэнк выгонят из квартиры и выставят счет. Так, внимание, жильцы сразу услышат Фрэнка, если он будет бегать по их дому среди ночи. Понял. Так, что у нас по счетам? По счетам мы все заплатили. Трудности. Поговорить с кем так, барыга. Побеседовать так. Магнус Херман, это у нас кто, блин? Ты кто у нас, Магнус Херман? Где у нас досье? А, квартира 2. Вот этому дозвон мне не нравился.
Фу, блин. Во вторую квартиру нам надо. Ты иди, 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 побеседовать смогу с Херманом так. Ти улики. Давайте подглядим. Его нет дома. Так. Ну, мы ж устанавливаем камеру. Все. Давайте обыщем. Здесь ничего нету. А вряд ли бы здесь что-то было. Да не сюда, а вот сюда нам надо. Так, найти улики. Улики, улики, улики. Давайте спиздим очки, ибо не ходить в очках. Ебать! А нам можно спрятаться? А нам нельзя, типа, спрятаться? Ладно, понятно. Сука, штраф нам дали. Штрафик дали. Так, ладно. Ладно, ладно, мы накосячили, я понял. Открывай! Опять вы, что вам надо так? Позвольте спросить так. Господин Херман, я хотел узнать кое-что спросить у вас, если можно так. Но если это необходимо так. Вы всем довольны? В чем жизни? В квартире? Да, в целом, правительством, например, великим вождем вы довольны? Что это за вопрос такой? Да так, просто интересуюсь. Ну, просто... Самый бестолковый стукач из всех, что я встречал. Естественно, ебать, уже прошел час, охереть. На этом, наверное, наш выпуск подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Сейчас буду рендерить видос и заливать его. Игра вот реально четкая. Так, вот это тоже надо скриншотить. Жду вас в следующем ролике. Огромный респект всем за просмотр.